Всем привет на канале Олдач. Сегодня мы вновь возвращаемся к миграционной политике Германии и рассмотрим опять же про палестинские демонстрации, их требования и почему власти настолько лояльны к организаторам этих демонстраций. Несмотря на то, что у нас в Конституции запрещается провозглашение лозунгов о свержении конституционной власти в стране. Тем не менее, в конце сентября в Берлине, в районе Кройсберг, в течение нескольких дней проходили пропалестинские демонстрации. И эти демонстранты уже открыто призывали к свержению власти в Израиле с требованием Германии вмешаться путем военной силы и остановить кровопролитие. Тем более после того, когда Израиль уничтожил вот этого шейха Насралу, главаря Хезбаллы, пропалестинские вот эти вот деятели просто возмутились тем, что мировое сообщество бездействует. Но для сведения тех, кто не понимает, о чем идет речь, вот этот вот гражданин с таким странным именем, я вот просто иногда вот часто так немножко отступление, смог бы он с таким именем Насрала жить где-нибудь спокойно в России? Вряд ли. Так вот. Я об этом шейхе услышал в 2014 году, когда он призывал все мусульманское сообщество мира уничтожить государство Израиль открыто призывал и говорил, что наступит тот день, когда он будет плясать на развалинах Израиля. Но, судя по всему, где-то его матрица персонально дала сбой. Теперь он оказался под руинами тех зданий, из которых он раздавал боевые приказы со своими командирами, боевикам Хизбаллы. И это только начало. Но Возвращаемся сейчас в Берлин. В конце сентября этого года в Берлине, вновь в районе Кройсберг, проходили мощные пропалестинские демонстрации с выкриками ⁇ Палестина от Иордана до Красного моря ⁇,⁇ Освободите Палестину, уничтожьте агрессора и так далее. Полиция следила за демонстрантами и в конечном итоге в первый день они арестовали. 15 человек взяли все их данные и отпустили их. Двои, завели два уголовных дела. Одно из этих уголовных дел против молодого парня, очень, скажем так, по-снайперски кидавшего пустые бутылки в направлении полицейской машины и полицейского наряда. Естественно, его пришлось успокаивать против этого парня было заведено уголовное дело, а также против зачинщиков, против, простите, против организаторов этих пропалестинских демонстраций тоже были заведены уголовные дела. Тем более, что когда с этими демонстрантами разговаривала полиция и просила их не призывать своих участников демонстраций к провозглашению вот таких вот пропалестинских лозунгов, запрещенных законом и Конституцией Германии, тем не менее, эти организаторы, сказав ⁇ да, мы постараемся ⁇ сами выкрикивали эти лозунги, разжигая толпу на противоправные и противозаконные действия. В конечном итоге в субботу, это была последняя суббота сентября, полиции ничего не осталось, как разогнать демонстрантов в половину девятого вечера, потому что... Сама демонстрация уже своим поведением вот этих вот демонстрантов начала выходить из-под контроля, чего, наверное, и добивались организаторы этой демонстрации. Ведь для них чем больше хаоса, чем больше беспорядков, тем лучше, как говорится, в мутной воде плохих дел незаметно. Может быть, они и рассчитывали на то, что толпа перейдет из такого вот хаотического состояния в состоянии агрессии и, или аффекта и начнет крушить стекла в магазинах или переворачивать, поджигать машины. В Берлине же такая практика используется, причем очень часто, панками, всякими хипанами, когда у них с 30 апреля на 1 мая так называемая Вальпургиева ночь. Вся полиция Бранденбурга стоит на ушах, потому что в эту ночь устраиваются такие сумасшедшие погромы. Это не, не, относит, не имеет никакого отношения к воспоминаниям о ночи хрустальных ножей 1939 года, устроенной нацистами в Мюнхене. Нет. Но эта Вальпругиева ночь дает людям ощущение того, что они живут в стране, в которой в любой день может произойти все, что угодно. Если бы правительство в стране было более жестким и конкретным, слова которого не расходились бы с делом, и дела не расходились бы со словами, то тогда, может быть, и таких демонстраций было бы меньше. Но эти демонстранты пропалестинские размахивали флагами и кричали провокационные лозунги. Более того, Специально из толпы демонстрантов был выпущен, а теперь внимание, 11-летний мальчик с флагом вот этой вот Палестины. Этот мальчик побежал по площади с выкриками ⁇ Смерть Израилю ⁇⁇ Свобода Палестине ⁇ Это было сделано для того, чтобы отвлечь сотрудников полиции от того, что затеяли демонстранты. Но они просчитались, потому что за этим мальчиком бросились в догонку всего-навсего два полицейских. Демонстранты, наверное, рассчитывали на то, что вся полиция, которая следит за порядком в ходе этой демонстрации, перенаправит свое внимание на этого малыша и будут за ним гоняться. Но нет. Все остальные полицейские остались на своих местах и следили за этой демонстрации. Естественно, не без бодикэм, потому что, когда проходят такие демонстрации, скажем так, противоправные, противозаконные или еще какие, у полиции, у всех сотрудников обязаны быть э, на теле вот эти вот бодикэм, и они обязаны находиться в рабочем состоянии. Чтобы потом, если вдруг дойдет дело до суда, можно было предоставить опровергающие доказательства того, что полицейский был спровоцирован, и он, не он первый начал нападать на бедных демонстрантов, которые, живя здесь по 30, по 50 лет, до сих пор нигде не работают. А зачем работать, если государство платит тебе социальное пособие? Зачем работать, если ты как мужчина, как гражданин своей вот этой вот э, исламской Палестины или э, обиженный ливанец, живя в Германии, требуешь от своих нескольких жен каждый год рожать детей. Зачем работать, когда государство платит только одного Киндергельда в месяц около 2000 евро? Можно и жить на такие деньги. А что такое Киндергельд 2000 евро? Это хорошие деньги для того, чтобы детей заставить, где-нибудь попрошайничать, побираться или воровать, а самим спокойно жить от пуза и разъезжать на хороших машинах. А тут еще подвернулась ситуация. Все те, кто выходит на демонстрации за Палестину, оказывается, получают потом за это деньги. Организаторы вот этих демонстраций получают хорошие деньги. А все те, кто выходят на демонстрации в качестве просто участников этих демонстраций, они идут по принципу закона толпы. Если все идут, почему я должен стоять в стороне? Ну хорошо, если все будут вешаться, ты что ли тоже пойдешь вешаться? Вот тут они начинают потом задумываться. А когда их начинает отлавливать полиция для сбора данных, для становления на учет в базу данных полиции, они начинают, некоторые из них, я не говорю все, некоторые из них начинают задумываться над тем, что же они сделали такого противоправного, что к ним обратились полицейские, почему на них надели наручники. Живя в конституционном государстве, они требуют, чтобы это государство ввело войска в другое государство и начало кровопролитную войну. Они не хотят понимать того, что не Израиль начал войну против той же самой Палестины или против того же самого Ливана. А наоборот, Ливан и сектор газа с подачи иранских властей пытаются вот уже сколько лет все безрезультатно уничтожить государство Израиль. Сейчас э, кто-то найдется и скажет, вот ты вонючий еврей, у тебя рожа еврейская. Был, кстати, у нас на канале один идиот другому его не назовешь. Он сказал, что у меня профиль еврейский. Вот. И он сказал, что фамилию ты сменить можешь. Я же не говорил ему, какая у меня фамилия. Но он с чего-то взял. Он сказал, что фамилию ты сменить можешь, но рожу свою жидовскую ты не сменишь никогда. Я даже не знаю, в каком поколении у нас в семье были евреи, и были ли они вообще. А то, что я сказал, что наш канал позиционирует себя на стороне Израиля, не относит меня к тому, что я, к примеру, еврей. Я не еврей, и корней у меня никаких еврейских нет. Но я отношусь именно к этому государству с большей долей понимания, чем те, Кому платят по 70, по 100 долларов только за один день участия в демонстрациях в кампусах или в Берлине на демонстрациях за освобождение Палестины? Государству, властям все это прекрасно известно. Пока они говорят, что ничего не могут сделать, они собирают информацию, собирают данные об этих людях. И когда накапливается определенное количество информации о зачинщиках, об организаторах этих демонстраций, вот этих вот потасовок, вот этих хаотических движений, они их просто-напросто нейтрализуют. Что такое нейтрализуют? Они их закрывают, они их арестовывают. С ними начинают разговаривать уже другие люди, непростые полицейские. А вот эти вот демонстранты, это пешки в игре, которыми можно манипулировать. Точно так же, как немецким населением манипулирует сейчас правительство. И вот эту манипуляцию правительство заметило и проверило очень хорошо во время коронавирусной пандемии, когда сказали, вся страна должна сидеть дома, потому что на улице страшно. Вся страна сидела дома. Вся страна должна бояться выйти в магазин на улицу, потому что в магазине можно заразиться вирусом. Есть до сих пор люди, которые, заходя в магазин, надевают на себя одноразовые маски и идут по магазину, что, страшась всех вокруг покупателей. Есть до сих пор такие, вот это действительно затюрканные бараны, которыми манипулировать, расплюнуть. А вот эти вот господа и граждане, которые выбегают на пропалестинские демонстрации, они получают, кто получает денежки, кто получает лишний косячок, курнуть, кто получает, не знаю, какой-то ценный подарок, а кто просто получает обещание после своей кончины получить 70 гурий в раю, которые будут его ублажать. И ведь верят же дураки в такую лабуду, верят же в эту ерунду, и поэтому идут на вот такие демонстрации. А хорошо, у меня тогда вопрос к вот этим вот гражданам, можете им передать. И для тех, кто говорит, вот, мол, что ж ты говоришь на русском языке, ты бы лучше говорил это на немецком. Я могу это сказать на немецком, но вот тогда много русских людей, которые приходят на канал, не смогут понять того, чего я говорю. А для того, чтобы понимать, что я говорю, к примеру, или знать на каком-то другом языке, у вас в правом углу экрана нажимаете на маленький листочек, который квадратик со строчечками. Выходит меню титров. Нажимаете, включаете автоматически. И выбираете свой язык, в данном случае немецкий. И тогда вам идут титры под низом, вот здесь вот внизу, идут титры на немецком языке. И дайте вот это видео тогда посмотреть вот этим пропалестинским баранам, которые за деньги выходят на эти демонстрации. Пусть они слышат, что я им сейчас хочу сказать. Если вам так дорога ваша Палестина, собирайте свои чемоданы и едьте туда защищать свою Палестину а не сидите здесь, на социале, на бюргергельд, жируя от пуза и крича в свои провокационные противозаконные лозунги. Если вы такие патриоты, что же вы сидите это в другой стране? Едьте туда, когда в прошлом году, вот уже прошел ровно год, 7 октября прошлого года, когда сектора газа вот этот вот хамасовцы напали, вероломно напали на Израиль и начали уничтожать людей и сжигать их заживо. Когда год назад случилась вот эта вот катастрофа, вот эта трагедия, евреи, граждане Израиля, побросали свои работы, побросали отпуска и поехали домой, чтобы участвовать в освобождении своей страны, в защите своей страны. Что же делают эти палестинцы, которые живут в той же самой Германии, в Голландии, во Франции, в Бельгии? Они выбегают с флажками на улицу и кричат, Израиль – гадость, его нужно уничтожить. Вы все обязаны послать войска. Почему бы не послать вас, ребятушки, палестинцы? И всех тех, кто поддерживает Палестину. Почему бы вас всех не собрать? раз вы такие горлопанистые патриоты, и отправить туда. Идите, помогайте. Чем так просто бегать на демонстрациях и орать? Одним ором ничего не добьешься. Это я говорю к тому, что миграционная политика в Германии настолько шаткая, что всегда находятся в этой политике какие-то пробелы, через которые сюда проникает всякая шваль в виде нелегальных мигрантов, в виде каких-то обиженных беженцев, через полгода адаптировавшихся в Германии, хватающих ножи и начинающих резать местное население, просто потому что у этого беженца психологическая травма, полученная во время боевых действий в той же самой Сирии или в Афганистане или в Палестине. Так зачем тогда их принимать? Пусть они едут воевать туда, обратно к себе. Пусть они едут защищать свою страну, несуществующую ни на одной карте мира. Хотят, вот же, ООН в июне месяце приняла резолюцию о создании государства Палестина. Сейчас даже в Организации Объединенных Наций есть специальный стол, выделен под названием «Государство Палестина». Государство Палестина нет, но столик есть в ООН под названием Государство Палестина. Может, вы все туда за этот столик поедете, сядете, а? Чем так бегать по Берлину, Гамбургу или Кельну и орать? Освободите Палестину от Красного моря и да Иордана. Я повторяюсь еще раз. Я не еврей, но я поддерживаю Израиль. Потому что у меня такая позиция. Не всем же быть за Палестину, так? Не всем же говорить какие-то идиотские лозунги, которые распространяются для баранов, для тех, кто не понимает, что происходит в мире, для тех, кто считает, что раз Палестина напала на Израиль, значит, тому были причины, а раз Израиль дал ответку Палестине, значит, это плохо. Я так не считаю. Если Палестина напала на Израиль, вернее, этот сектор газа напал на Израиль, Террористическая группировка Хамас. Террористическая. Она признана по всему миру такой. И тем не менее, особенно в России, миллионы людей кричат за Хамас, за эту Палестину, за вот этого шейха, которого уничтожили в конце сентября. Миллионы людей, выпив бутылку водки у себя на кухне за столом, кричат, что ай-яй-яй, какая бедная Палестина. А вот когда вы протрезвеете, граждане и гражданки, вы поймете, что при чем тут Палестина? Это все была водка. Это была водка и обещание хорошей жизни в вашей деревне. Но никак не благосостояние хамасовцев, террористов, признанных террористической организацией по всему миру. Вдумайтесь в это. Тем более, что сам Гутереш, генсек ООН, Зная то, что ХАМАС, это не государственная организация, а наоборот бандитская контора, подписывает резолюцию о признании государства Палестина, Организация Объединенных Наций сама себя уже дискредитировала от и до, скажем так, от А до Я. Все, это фарс, это обычный политический фарс, больше ничего. Это организация, которая работает как пресс для давления на слабые государства, на слабые народы, на те, на кого, кем можно манипулировать. Большими государствами эта контора уже манипулировать не может. Наоборот, большие государства уже посылают ее на три буквы и говорят, вы знаете, мы сами разберемся и со своей ситуацией внутри страны и с внешней политикой. Вы разбираетесь со своими африканцами и палестинцами. Многие крупные государства так уже говорят. Но то, что сейчас все еще в Берлине происходят такие демонстрации, это вина берлинских властей, а не всего правительства Германии. Берлин столица Германии, и многие вот эти вот организаторы про палестинские демонстрации считают, что если в столице страны будут часто проходить такие демонстрации, то мировое сообщество обратит внимание на это и потребует от немецкого государства, в смысле от правительства, радикальных мер по успокоению Израиля. Вы меня извините, но какое дело мировому сообществу до немецкого правительства, которое само в себе-то разобраться не может? Тем более, что то, что происходит в самом Берлине, как я уже сказал, это дела Берлина. И это власти Берлина обязаны нейтрализовать такие демонстрации и обязаны запретить такие демонстрации. Тем более, что они эти демонстрации являются антиконституционными. Несмотря на то, что когда идет регистрация проведения такой акции, они подписывают бумагу о том, что они не будут призывать ни к свержению конституционного строя, не будут э, выкрикивать каких-то там противоправных лозунгов и так далее, они все эти бумаги подписывают, но тем не менее, когда начинается эта демонстрация, они все это делают наоборот. А вот в Баварии этого нет, потому что в Баварии сказали, если хотя бы одна такая демонстрация крупная произойдет, Виняйте на себя. А вот в Регенсбурге в прошлом году на вокзальной площади была такая демонстрация, после того, когда Хамас напал на Израиль. И в этой демонстрации принимало участие около, по-моему, 23 человек. Это был конец октября. И эта толпа стояла, как, как бедные родственники с этими флажками Палестины, стояли, терлись друг об дружку – и рядышком с ними был Бимер стоял из этого бима проектор, и с него на растянутый белый экран демонстрировались жестокости израильской армии. Так почему же сразу не продемонстрировали жестокости Хамас, как они сжигали людей заживо, убивали, резали их, пока они были живыми, пока у людей не наступал э, шок, нервный шок, они уже ничего не соображали. Люди лежали девушки женщины лежали на земле живые и горели облитые соляркой почему не показывать вот эти вот ужасные кадры но нет эти кричали вот была такая демонстрация там полиции было больше чем демонстрантов они кричали что нужно остановить агрессора нужно остановить то нужно остановить все остановитесь идиоты единственное что можно сказать вы, живя в Европе, неважно, в Германии, в России, в Белоруссии, в Молдавии, где угодно, в Голландии, я знаю, что меня многие смотрят даже из Соединенных Штатов Америки. Вы, живя в этих странах, ни разу не бывая, не побывав ни в Израиле, ни тем более в секторе Газа, открываете свой рот в защиту Хамас. Вы вообще думаете своей головой, что вы делаете? Вы же живете по принципу «моя хата с края, ничего не знаю», но если мне дадут денежки, могу и крикнуть «да». А если вам не дадут денежек, так вы и дальше будете сидеть, язычок свой заткнете в одно место и никуда не, вы... не вякнете. Вот такое вот дело, вот такое вот видео у меня было сегодня, посвященное вот именно вот этой миграционной политике и тем, скажем так, последствиям, которые идут следом за этой миграционной политикой. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. Для шизофреников и неадекватных оценить мой еврейский профиль, написать это в комментарии, чтобы сразу я знал, кого отправлять в бан и не тратить время на пустое. Ну и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале, потому что у у нас есть всегда что-то интересное и полезное. И, как традиционно, всем удачи. Не болейте пока.